Дорогие друзья, сегодня, 27 апреля, мы провели для вас благоприятнейшую Ганга-пуджу. И мы были на Манасе-Ганге, что находится на Говардхане. Это особое место, очень святое, трансцендентное место. Сегодня также особый день, день явления Матушки Ганги. Бесконечная милость, которая известна во всех мирах. Ганга находится в волосах Господа Шивы, поэтому мы омывали ее через омовение Шива Лингама и всей семьи Махадева. Это еще более благоприятно. Именно благодаря милости Махадева мы провели фантастическую по силе Ганга Пуджу. Хотя было очень много паломников на Манасе Ганге, и обезьянки постоянно атаковали нас. Шум воды и мегафоны мешали, и крайне сложно было снимать видео и вести трансляцию. Мы это сделали, дорогие друзья, для вас, для всех. Списки с вашими именами всю пуджу находились на лингаме Господа Шивы. И в конце вы увидите, как мы опускаем их в Гангу. Ганга Деви Ки Джай. Мы идем опускать ваши списки, друзья, и предлагать Манасе Ганге гирлянды. Гуру Махарадж ки джай, Гау Мата ки джай, Шанкар Бхоленath ки джай. Дорогие друзья, пусть самое благоприятное, что возможно, что может дать Манасе Ганге, она может дать все. Пусть самое благоприятное будет в вашем сердце, будет в вашем уме и будет в вашей жизни.